Добрый вечер всем. Моя семья проводит время. Это сынок. Это мама. Не хочу, чтобы он сказал. Вот живой пример мальчика, который просидел уже 3 часа у компьютера. Его поведение. Плачет, красные глаза, нервный и постоянно бьется. Мама. Это не просто мама. Это крупнейший бизнесмен нашей семьи. Это человек, на котором держится все. Это человек, который умеет зарабатывать денег. Что вам сказать? Я сегодня продала на $1 000 000. В нашей семье миллионер. А это я, простой рыбак-рыбороб. Любитель поспать, посмотреть телевизор и выпить, уходи. Попить пивко. Папа, уходи! Папа, уходи! Папа, уходи! Папа, уходи! Артур папа бастует, уходи. Говорит, чтобы я уходил, потому что я ему уже поднадоел. Хотя когда я чем поднадоел, я не знаю. Он еще любит подраться. Уходи, папа! Дорогие зрители, что я вам хочу сказать? Всем доброго вечера, спокойной ночи. До следующих встреч. Надеюсь, что следующая встреча наша будет более общительной и правильной. А я вам, в свою очередь, в следующий раз расскажу про то, как сильно любит меня моя семья. Пока.